8 утра, но инспекторы уже вышли в патруль. Отправились внушительным десантом. Здесь сотрудники комитета по биоресурсам, рыбнадзора, полиции и Росгвардии. Акватория Камы – традиционно рыбное место браконьеров, особенно в период миграции судака. О том, что это место является излюбленным у рыбаков, видно, что называется, невооруженным глазом. Ими буквально усеяна Кама. Вот лично я, например, насчитал около 30 лодок. Проверяем у рыбаков, находящихся в лодке, количество улова. На человека разрешено было, разрешено поймать всего лишь 5 килограмм. И также размер улова. Судак до 40 сантиметров, штраф предусматривает. Первый улов долго искать не пришлось. Эти мужчины занимаются промысловой рыбалкой. Для этого нужны специальные разрешающие документы. У одного из них их не оказалось. Как итог, составление протокола. Посторонний человек находится не вписан в журнале, нет на его приказа даже. Вот такое нарушение. 8.37. А у этих рыбаков все чисто. Георгий Покровский с удочкой не расстается почти 50 лет. Правила всегда соблюдает. Норм вылова на разрешенные средства. Вот, так и ловим. Многие браконьеры со стажем выходят на незаконный промысел ночью, говорят инспекторы. Ловить таких помогают тепловизоры. Вот только попавшись, нарушители рискуют не только расстаться с деньгами, но и лишиться свободы. С начала года возбуждено 95 уголовных дел. От нас уже нарушитель не только днем не может уйти, он уже и ночью не может уйти. Общая сумма штраф в отношении физических лиц составлена более 100 тысяч рублей. Но, как говорят инспекторы, настоящие браконьеры не сидят в лодке в ожидании клёва, а расставляют сети. Свои ловушки браконьеры оставляют глубоко под толщей воды. Но даже их правоохранители с легкостью находят в ходе совместных рейдов. Сейчас больше мы проводим профилактивную разъяснительную работу гражданам, что, пожалуйста, ловите рыбу. Конечно, это интересная деятельность такая, но, пожалуйста, соблюдайте нормы. Соблюдайте правила рыболовства. Такие рейды сотрудники охраны природных ресурсов проводят регулярно. Они напоминают, за нарушение правил рыболовства штраф от 2000 рублей и вплоть до уголовного дела. Рамиль Галюлин, Ренат Сафин, ТНВ, Алексеевский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.